Привет, меня зовут Кирилл Казакул-Скирневский. Я сегодня расскажу вам о предложении номер один на рынке сетевого маркетинга в России. 10 месяцев назад я начал свой бизнес с компанией Вилави. Это новосибирская компания, которая появилась на рынке в 2009 году, и сегодня ей уже 8 лет. 21 марта 2016 года мы запустили на рынок инновационный продукт Тайга 8. Сегодня этот продукт получил премию «Здоровое питание 2016» в номинации «Лучший безалкогольный напиток». Чем так примечателен наш продукт? Дело в том, что он оказывает комплексное воздействие на организм, повышает выносливость, стрессоустойчивость, иммунитет, воздействует комплексно на каждую клетку организма и делает ее работу более эффективной. Сегодня наш продукт пьют ведущие спортсмены страны, члены Олимпийской сборной России по плаванию, женская Олимпийская сборная России по биатлону, хоккейный клуб «Сибирь» и еще несколько крупных спортивных команд. Дело в том, что он состоит из трех абсолютно натуральных естественных компонентов, каждый из которых получается из пихтовой хвои. Это клеточный сок пихты, хлорофилл-каротиновая паста и полипринолы. Для того, чтобы получить все те положительные эффекты, наш продукт воздействует на каждую клетку по отдельности. Полипринолы, попадая в организм, встраиваются в клеточную мембрану, делают ее более проницаемой, прочной и эластичной. Самый продаваемый эффект продукта – это восстановление энергии. Давайте разберемся, каким образом энергия появляется в вашем организме. Когда в клетку попадает кислород и глюкоза, внутри клетки появляется вещество, которое называется АТФ. Это чистая электрическая энергия, это те аккумуляторные батареи, на которых работает ваш организм. Для того, чтобы усилить эффект восстановления энергии полипринолов, в продукт добавлен клеточный сок пихты. Он содержит в себе железо, которое поднимает уровень гемоглобина и увеличивает транспорт кислорода внутри вашего организма. Магний, который необходим для всех процессов выработки энергии. Витамин С, необходимый для усвоения железа без существенных энергозатрат. И мальтол, естественный антиоксидант, консервант и продукт, обладающий детокс-эффектом. Он успешно связывает свободный кислород, прикрепляет его к гемоглобину, связывает все токсины, которые попадают в ваш организм, и успешно их выводит. Для того, чтобы усилить эффект восстановления, в продукт добавлена хлорофилл-каротиновая паста. Она содержит большое количество витамина К и Е. Она стимулирует регенерацию, это самый старый продукт переработки пихтовой хвои, который известен еще с советских времен. В 1962 году хлорофилл-каротиновую пасту включили в язвенную диету. Она настолько сильно поднимает регенерацию, что была необходима язвенникам для более быстрого заживления. Также продукт снимает воспалительные эффекты и повышает иммунитет. Таким образом, мы комплексно воздействуем на весь организм и улучшаем его работу. Итак, каким бы крутым ни был продукт, основную роль играют те люди, которые приходят на сегодняшний день в наш бизнес. И я расскажу вам о том, каким образом развивается наша команда. Мы пришли в этот бизнес 10 месяцев назад и назвали свою команду «Альтернативная реальность», потому что мы, живя в Новосибирске, никогда не думали, что сможем вообще обратить свое внимание на сетевой маркетинг. Просто от такого выгодного предложения невозможно было отказаться. Сегодня мы развиваемся по концепции солидерства. Это самая эффективная система управления персоналом, которая на сегодняшний день успешно внедряется в крупнейших предприятиях России. Что она под собой подразумевает? Наша задача – сделать так, чтобы своего желаемого результата добился каждый партнер нашей команды. Таким образом, мы применяем индивидуальный подход к каждому. Больше не нужно думать о том, что сетевой маркетинг – это хождение с сумками по подъездам. Каждый выполняет свою функцию, и в конечном итоге мы все приходим к одной большой общей цели. Давайте разберемся, каким образом формируются наши доходы. Я бы выделил 4 этапа развития представителя в этом бизнесе. Первый этап, самый начальный, когда товарооборот вашей структуры составляет от 5000 до 300 тысяч рублей. Ваша задача – собрать свою первую команду и заняться продажами продукта. Ваши доходы составят от 2 до 30 тысяч рублей. План вознаграждений нашей компании – самый выгодный на российском MLM рынке. Он имеет гибридную структуру, то есть у нас есть классическое дерево и есть бинарное. Так вот, на втором этапе, когда товарооборот вашей структуры составляет от 300 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей, вас размещают в бинарном дереве. Там всего два направления, и ваша задача – вырастить двух лидеров, которые смогут повторить ваш результат. Таким образом, вы будете получать дополнительный динамический бинарный бонус с слабого направления бинарного дерева. В чем прелесть гибридного маркетинга? Помимо бонусов классического линейного маркетинг-плана, вы получаете также бинарный бонус, который строится не только
из объемов партнеров вашей структуры, но также ваш наставник может разместить в вашем бинарном дереве своих партнеров. Это позволит получать вам дополнительный доход с тех людей, которые к вашему бизнесу не относятся. И на этом этапе вы будете зарабатывать от 20 до 50 тысяч рублей. Третий этап, самый фундаментальный в нашем бизнесе, здесь открывается первый автобонус. Наша компания является партнером Mercedes-Benz, Chevrolet и Harley-Davidson. Так вот, на третьем этапе, на квалификации 3 карат, это очень важная ступень карьерной лестницы каждого представителя Вилави. Товарооборот составляет от 1 миллиона 200 тысяч рублей и до 2 миллионов. И вам нужно всего 2 лидера на этой квалификации для того, чтобы получить свой первый Mercedes A180 или Harley-Davidson ценой 1 миллион рублей. Четвертый этап, по сути, является бесконечным. Дальше вы сами оцениваете, насколько вы амбициозны и насколько далеко хотите зайти в этом бизнесе. Товарооборот структуры составит от 2 миллионов рублей. Вам нужно 4 партнера в первой линии, которые будут делать результат ежемесячно. Ваши доходы составят от 120 тысяч рублей. Самый первый автобонус, который вам доступен, это Mercedes C180. И при этом, давайте вернемся немного назад. Ваши партнеры в первой линии, так же, как и вы раньше, начали получать бинарный бонус. Компания готова заплатить вам финальный 7-й бонус, который называется спонсорским бонусом. Он составляет от 20% бинарного бонуса ваших партнеров в первой линии. И чем дальше вы развиваетесь по карьерной лестнице компании, тем больше этот бонус становится. Но это еще не все. Как только вы начинаете расти, он не только увеличивается по первой линии, но и уходит в глубину организации и в 7-м поколении составляет 2%. Это и есть пассивный доход. Вы получаете авторский гонорар за ту систему обучения, которую вы придумали и внедрили внутри своей организации, которую ваши люди копируют. Для того, чтобы начать заниматься бизнесом с нашей компанией, нужно совершить первую покупку продукта Тайга 8, и здесь у вас есть 3 варианта. Первый – это базовый. Это клиентский вход, который позволяет клиенту покупать продукт Тайга 8 со скидкой. Это покупка 2 продуктов за 5000 рублей с кэшбэком 1560 рублей. И у клиента, который вдруг решит начать заниматься этим бизнесом и стать нашим представителем, есть возможность зарабатывать 5% с первых покупок своих партнеров. Второй вариант активации контракта называется бизнес. Это более крупная покупка продукта, 20 продуктов за 34 тысячи 400 рублей. Как любому оптовику, компания готова предоставить вам массу бонусов за крупный объем. У вас есть возможность покупать наборы продукта 4 плюс 1. Это увеличит доходность с продажи продукта до 66% с ростом вашей квалификации. Также у вас есть возможность зарабатывать в 6 раз больше с первых покупок своих партнеров первой линии. И компания готова предоставить вам 2 месяца бонусной активности. В любой сетевой компании, которая основана на продукте, нужно совершать повторные покупки. Так вот, у вас и так много продукта, у нас нет задачи завалить вас тайгой. У вас есть возможность в комфортном вам темпе распродавать этот продукт. И третий тип входа является промежуточным. Он появился в нашей компании в августе. Он называется стартап, это покупка 4 продуктов за 10 тысяч рублей. Это возможность для вас, оперируя деньгами своих клиентов и не вкладывая больших денег в приобретение первого пакета, получить все привилегии статуса бизнес. То есть на протяжении 5 недель вы совершаете повторные покупки на 5000 рублей. Это может стать для вас рассрочкой или работой за счет денег своих клиентов. Вы учитесь продавать продукт, у вас появляются постоянные клиенты, и в конечном итоге вы доходите до статуса бизнес со всеми его привилегиями и плюшками. Давайте детально разберем, чем отличаются доходы базового и бизнес-представителя. Здесь мы базовый, здесь бизнес. Когда к базовому приходит другой базовый, он зарабатывает 100 рублей с первой покупки. Когда приходит стартап, он зарабатывает 200 рублей и 800, растянутые на 6 недель. Когда к нему приходит бизнес, активировавший контракт за 34 тысячи рублей, он зарабатывает 1000 рублей. Когда к бизнесу приходит базовый представитель, он зарабатывает 600 рублей. Но компания страхует вас от тех людей, которые активируют контракт
на самый доступный вход и больше ничего не делают. Если базовый представитель не совершит повторную покупку спустя месяц после первой, то его кэшбэк в размере 1560 рублей перейдет вам. Таким образом, работа с базовым партнером принесет вам 2160 рублей. А стартап принесет вам сначала 1200 рублей, а потом еще 4800 рублей, растянутые на 6 недель. И активация партнера на бизнес в первую линию принесет вам 6000 рублей. Именно на этих деньгах строятся наши первые чеки в первый месяц до 50 тысяч рублей. Стартовый бонус выплачивается до 6-го поколения, и более подробно ты можешь посмотреть в плане вознаграждений. Теперь у тебя есть вся базовая информация, которая необходима для того, чтобы принять свое правильное решение и начать заниматься сетевым бизнесом с компанией VeloVie.